Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IOO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Reed Elsevier. Итак, давайте перейдем на сайт, поближе познакомиться с данной платформой. Итак, RELX – это валюта платформы, представляющая ценности богатства децентрализованной экономики, используемая для обмена ценностями между компаниями RELX, сотрудниками, клиентами и другими сторонними организациями. Наш SWAP – это новая форма системы управления, аналитический центр, в котором инновации, предпринимательство и технологические достижения являются приоритетом, что создает столь стабильную, полезную в пространстве блокчейна. Данная монета построена на платформе Binance Smart Chain, то есть не на эфириуме, нету таких больших комиссий, высоких. Тип токена BIP20. Символ RELX. Имя токена Reed Elsevier. На сайте мы можем увидеть официальный контракт данной компании, и общий объем монет составляет 10 миллионов токенов RELX. В данный момент идет частная продажа. Можно отправлять только BCC или ETH, эфир, но не отправлять их с биржи. Предпродажные цены идет уже второй этап за 1 RELX $20. Третья продажа уже будет составлять 1 токен, это $4.40, извиняюсь. На сайте компании есть дорожная карта, где мы более подробно можем ознакомиться с будущим проектом. Итак, посмотрим мы первый квартал. В январе создан проект RELX, сам проект RELX. Также в январе начали разработку рабочей платформы. В феврале началось партнерство с компанией с биржей P2P B2B. И также в феврале было запущено Airdrop и Bounty. И также до сих пор активно. И предпродажный запуск. В феврале данная компания планирует уже листинг на самой бирже P2P B2B. На данный момент у данной компании являются партнерами такие как Trust Wallet, CoinRanking, P2P B2B биржа и, что немаловажно, Binance Smart Chain, что действительно довольно крупные партнеры. И может быть все шансы на удачу. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.